Уникальная по своим техническим параметрам модель сверхмощного обновленного фонаря – это Nightcore P30i. Уникальность представленной новинки заключается не в одной ее функции, а в целом ряде полученных обновлений, благодаря которой Nightcore P30i на сегодня является самым компактным и одним из самых мощных осветительных устройств. Одной из самых значительных особенностей обновленной версии фонаря является использование улучшенной версии источника света, а именно светодиода. Также отмечается высокая мощность – 2000 люменов и дальность – 1000 метров. И достигнуты такие показатели исключительно благодаря сочетанию современных цифровых и оптических технологий, благодаря невероятной мощности и дальности освещения. Nightcore P30i станет идеальным устройством для поисково-спасательных операций, ночной охоты и других подобных сфер деятельности. Сверхмощная модель осветительного устройства обладает расширенным рядом обновлений конструкции, среди которых отмечается наличие порта для зарядки USB. Внедренный в конструкцию порт открывает фонарю очень много возможностей. И это не только зарядка аккумулятора с помощью фонаря, но и подключение современных тактических аксессуаров от производителя. При использовании фонаря пользователю можно не переживать о целостности самого разъема для зарядки, так как он надежно защищен резиновой заглушкой. Специальная заглушка из мягкой резины надежно защищает порт от попадания влаги, мелких частиц пыли и ударов при попадании. Также использованная заглушка защищает порт от воды, даже при погружении фонаря под воду на глубину до 2 метров. Важной функциональной особенностью является наличие интегрированной функции ATR. Функция ATR является запатентованной технологией производителя и отвечает за автоматический контроль температуры корпуса. Модель в автоматическом режиме подводит анализ температуры корпуса, которая естественным образом меняется при разной нагрузке и излучаемой мощности. Металлическая внешняя конструкция устройства – это, можно сказать, один из основных элементов, защищающих комплектующие фонаря от повреждений. Корпус фонаря выполнен из аэродинамического алюминиевого сплава с дополнительным нанесением на поверхность анодированного покрытия, который служит как вспомогательный слой, защищающий голый металл. Комплектация фонаря предусматривает наличие огромного количества аксессуаров. Среди входящих аксессуаров включены аккумулятор 21700, инновационная выносная кнопка, подключаемый в порт USB нейлоновый чехол, кабель для зарядки и другие немаловажные аксессуары.